Эй, народ, всем привет, с вами я, Зазепа. Ну и что, короче, у нас Red Dead Redemption 2, мы начинаем прохождение. Давай, короче, сюжет, ты тут успел так потестил, сам поиграл, короче, новую игру давай. Да-да-да, новую игру. Ой, сразу пацаны в чат заходят. Так затянуло мне игруха, блин, вы не поверите. Сейчас сборочку на компьютере новую сделал, все отлично. Поставил всю графику прям на максимальную, чтобы прям жестко было. Включил запись. Блин, все чики-бомбони прямо. Поиграем, поиграем. Эпоха стрелков и бандитов подходила к концу. В 1899 году. Я в рифму сказал, понял? Америка превращалась в страну законов. Даже Дикий Запад был по большей части укрощен. Ох уж этот Дикий Запад. Неукротимый, но укрощенный. Законники, охотясь на останки банд, убивали тех, кто не желал сдаваться. Понятное дело, кто его делал. Давайте, давайте, как палище, давайте начинать. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to Нам надо stop где-то someplace. остановиться. Okay. А кто Arthur подыщет John место и Lincoln, отправил I его sent на him up разведку? ahead. If we don't stop Если не soon, сделал we'll all привал, be мы скоро dying. будем при смерти. Если делал Whether привал. it's Что за May, погода такая? Сейчас же май. I'm just hoping the law Надеюсь, got us законники lost тоже if we сбились did. с пути. There. Вот он. Там. Arthur. Артур, ну что Any там? luck? Артур, какая-нибудь удача? I found a Я place нашел where место, we can где get можно some учиться. shelter. Let Davy rest Пусть while he... Дэви отдохнет, пока. You know. Ну сам понимаешь. An old mining town. Старый шахтерский городок, Man, egg заброшенный, farm. недалеко Come отсюда. on. Давайте за Come мной. Двинули. А здесь никто не просит, что я так перевожу, блин, там. Могу не переводить там, ну, в смысле, читаю с экрана. Может, кто-то решил там, любит там в оригинале послушать, не знаю. Меня так немножко напрягает читать субтитры. Смотришь там какой-нибудь ролик на ютубе типа такого, хочется на картинку сосредоточиться, а не на субтитры, поэтому буду читать. Класс Шилстра, несите его сюда. Такой короче, кому-то там явно не повезло их напарнику. Мисс Гаскел, get that fire lit quick. Подождите, огонь поскорее. Мисс Джонс, несите все одеяла, какие у нас есть. Мистер Пирсон, мистер Пирсон, посмотрите, что у нас там с едой. Дэвис dead. Дэви умер. Ну, бывает. Вы больше ничем не могли ему помочь. Что мы будем делать? Нам нужны припасы. Ну, пока побудьте здесь, вам нужно согреться. Я отправил Джона и Мику на разведку. Мы с Артуром постараемся их разыскать. Такую погоду? Ну да. Мы ненадолго, другого выбора у нас нет. Послушайте. Послушайте меня все. У нас выдались пару неудачных дней. Я любил Дэйви. Дженни. Дженни. Шон, Мак.
Джон Мак. С ним уже все в порядке, мы не знаем. Но мы потеряли несколько ребят. Если бы я мог пожертвовать собой, чтобы вернуть им жизнь, я бы это сделал. Но мы найдем навстречу этой и постараемся раздобыть еды. Пока что нам ничего не грозит. Мы в безопасности сейчас. Никто не сможет нас преследовать такую погоду. К тому времени, там что-то, ну мы будем уже далеко. Короче, пока не сдогонят, мы уже будем далеко. Нам с вами довелось и не такое пережить. Мистер Пирсон, мисс Гримшо, нужно обустроить здесь лагерь. Возможно, придется провести здесь какое-то время. Прошу людей, давайте все. Согревайтесь. Оставайтесь сильными. Stay with me. Оставайтесь со мной. Это еще не конец. Come on, Arthur. Давай, Артур. All right. Ладно, надо работать. We ain't run into them yet. So they both must так, значит, они поехали дальше в горы. Ну да, слушай. I ain't had time у меня не было времени спросить раньше, really что на самом деле произошло на том пароме. Вместе нам пришлось туго. Так что давай пошевеливайся, короче. Вместе нам было бы туго. Лошади нужны? О, да. Мистер Смит, повредите руку. Ну, походу, руку повредил. Иди в дом, парень. Иди грейся своей рукой. Окей. Ну так, микрофончик на максималках. Вообще отлично, да? Запись там прям поставил. Так, мы должны попытаться держаться рядом. Главное быть вместе. Короче. Это уже третий день длится, если не больше, скоро уже должно перестать. Угу. Ну погнали. Давай, быстрее поскочим. Конечно, лучше тоже загонять не стоит. Careful over this bridge here. Да, вижу. Че, куда, налево пойдем? Пошли налево. Бурган такой хороший. Да что там, палатка что ли села? No more. А, я показалось, камень. We need to get those people warm and fed. Ну, короче, людей нужно согреть и покормить. По крайней мере, можно не опасаться. Пару дней мы будем уже по ту сторону. Ты должен помочь мне привести остальных в чувство. Единственный, в чьей силе я могу быть сейчас уверен. У нас есть огонь и кровь. Уже кое-что. Ну да. Не замерзнется буран, блин. Да, в принципе, если стволы есть, не знаю, но еду там тоже можно как-то раздобыть там. Типа, блин, пойти там поохотиться. Сейчас просто надо, короче, народ собрать. Постой, к нам кто-то приближается. Эй, ты, впереди, ты кто? Майка. Джентльмены, нашел он что-нибудь? Вроде бы. С той стороны небольшая ферма. Окей. Думаю, есть кто-то? Конечно. Там и светло, и шумно. Как будто праздник какой-то. Поедем посмотрим, следуйте за мной. Как там Дэви? Дэви умер. И малышка Дженни тоже. Очень жаль, Дэви, был настоящий боец. Все они календеры такие были. Ага. С Маком Шоном мы не знаем, типа, как они. Ну и дела. Я рад, что мы с тобой все хорошо, Мика. Как всегда, спроси, не видел ли он Джона. Эй, Мика, ты не видел Джона? После того, как снег повалил, уже ничего не было разобрать. Ничего с ним не будет. Этому парню всегда везет. Mac,
Надеюсь, Макашон тоже в порядке. Давай вперед, Артуга, я прикрою с тыла. Ну давай, прикрывай там. Тыловой прикрыватель. Так, больше тебе никто не попадался? Я думаю, только мы с тобой настолько безумны, чтобы разгуливать такую погоду, Богдан. Не говори мне про безумство. Хорошо, ты живой. Я так волновался. Слушай, все образумится, Морган. Мы понесли потери. Но такое иногда случается. Хорошо, ты не падаешь духом. Где все остальные? В старом шахтерском лагере на холме. Не бог весь что, но хоть крыша над головой. Так это дом. Ты уже говорил с людьми, которые там. Нет. Дач нам сказал, смотрите, но ни с кем не разговаривайте. И не знаю, что мне прикажут, что я делаю. Ага. Еще дальше? А далеко еще? Далеко. Что это значит? Not far mean not far, блин. Тебе же сказали. А что тебе еще ответить-то? Не, ну там может сказать, там, ну, еще 300 метров. Дом перед нами, да? Тихо, блин. Не свались. Okay. Ну что, пойдем? Как там, мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Блин, ну графончик, конечно, топчик, вам скажу, ребята. Прям мое почтение. Эй, да не это. Давай, привязывай лошадь свою. На, жопой, блин. Ну, конь его там попой толкает, видите? Давай, его. Привязывай. Лошадину свою, конину. Блин, ты можешь привязать просто своего коня, блин? Слушай, мне кажется, или твоя лошадь отвязалась? Короче, все, привязано. А кто-то иди в тот хлеб слева. И не высовывайтесь. Делаешь, я сказал, не светись. А, ну, пригнись. Не светись. Окей, так. Шалап, Билли? Эй! Hello! Oh, hello, friend! What you want? Чё тебе? I am very sorry. Мне так неловко вас беспокоить. Мы с друзьями уходили в неприятную ситуацию, заплутали во время бури. Lost in the storm. Ah, gentlemen. Джентльмены. Мы не можем помочь тебе, мистер. Arthur, we got a problem. Артур, беда. Что там? Тут покойник. Повозьте покойник. Шел бы ты отсюда, дружок. Now, friend, я же о многом не прошу. I ain't asking for much. Уже лучше попался. Что там, один убегает? А, ну и хрен с ним.
Артур, я сам сказал, сам как бегаешь. Что-то очень у тебя получилось. Что-то у парня вот пола здесь. Откуда? Не знаю. Может, они не... Затем же, зачем и мы? Мика, подведи лошадей поближе к дому. Артур, пойдем заглянем внутрь. Их как-то обыскать можно? Не, ну, я знаю, что можно, но... Походу... Можно как-то по снегу повалять. Ладно. Тут постепенно, тут обучение. Да, полутаем дом. Печенье. Еда, лекарства, если. О, не, проголодался, давай, короче. Будешь открыть сумку? Окей, давай, хавай печенюшку. И давай обыскивать тут все. O'Driscoll's. I don't believe it. It's a strange one, all right. Maybe they're hiding. Может, тут бросит другие из них. За голову Кольма Диспола назначена награда. Почти такая же большая, как и за твою. Подстражение. Желание убить Колма, там что-то там дядя Сэма. Ладно, давайте обыскивать просто. Так, я так понимаю, эта полка там не лутабельная, да? Ну давай его наверх. Ну сухо и тепло, мы могли бы разместить женщину Джека. Возможно, посмотрим, как они себя чувствуют. Не хотелось бы разделяться. Давай, хватай, хватай все, что там можно. Патроны. Что у нас тут? Так, открывай шкафчик. Ну что там? Ядермейстер или что там? Все, так. Я пойду попасть приказ, пока ты обыскиваешь дом. Да я быстро тут. Все, так, шкафчик. Сметаем все. Кстати, я смотрю, у них тут у самих прям не то, чтобы прям много еды было. Хотя вон какая-то банка большая, что там. Ну, непонятно. Но я думаю, там тоже, конечно, какое-то удовольствие, но... Что-то оно не лутабельное какое-то. Так, тут же все, да. А со стола что-то можно взять? Тут они, походу, хавали, короче. Ладно, погнали на улицу. Ищите припасы. Артур, иди посмотри, может вам баню что-нибудь есть. Ну, давай. Выстрели моего кузена, я тебе шею сверну. Хуяк, помогался. Этот приятель, походу, вообще драться не умеет. Блок поставить, блин, и самому вмазать. Гусливый подонок. Его прикончить? Ну, выясни у него, что они тут делают. Этот подонок у меня заговорит. Where's Colm O'Driscoll? With the others. And an old mine. Так что все сам ладили, к юго-западу отсюда, рядом с Сольдером. Что вы задумали, сволочи? Зачем вы сюда явились? Мы хотим ограбить поезд, загребем рельсы, больше ничего не знаю. Я думаю, ты сам справишься, Артур. Делай с ним что хочешь, мне все равно. Не, ну в теории его можно взять с собой, блять, и подопрашивать еще по-нормальному. Так, давай, нахуй, живи, блять. Вали отсюда ко всем чертям.
конечно, отпустил, блядь. Надо было его дать в плен, блин. Хотя с другой стороны, блядь, показывать, выдавать, где наш ладник. Пришлось бы тогда его потом прикончить. Хотя если с завязанными глазами. Сиони. Тихо, 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 тихо. Изи, изи, бой. Хорошая коняшка. Так, пошли. Пошли, приятель. Видите, ловкость коновязи. Ты его отпустил, я видел, как ты этот гаденыш улепетывает. Да, я подумал, все равно он в такую погоду далеко не уйдет. Да он выйдет, пока вы тут сами уйдете, блин. Вернется домой, будет. Не знаю. Хотя, естественно, как он тут без лошади куда-то уйдет в погоду? Где от меня? Мика, ты что тебе позволяешь? Ты нашел подвале. У нас дикая штучка, да? Оставь ее в покое. Да, ничего не делал. Она заодно Мика, посмотри на нее. Мисс, мисс, вы... Мисс, теперь все будет хорошо. Мы не причиним вам вреда. Мисс, мисс. Надо, все будет хорошо. Нужно уходить отсюда. И быстро, давайте. Вы хорошо, мисс? Они выявились 3 дня назад. И мой муж, они... Ну, короче, это ее дом, походу. Он больше ничего не угрожает, мисс. Вы безопасны сейчас. Но здесь вам оставаться нельзя. Блять, ну понятно, видно, блин. Кто-то горит. Артур. Ну это, походу, был дом с мужа, тут пришли эти, блин, заняли это все. Этого чувака, короче, наружу вытянули. Все хорошо. Прибегайтесь. Но если у вас пока не решите, что делать, что хотите делать дальше. Как вас зовут, мисс? Мисс. Эдлер. Эдлер. Сэйди Эдлер. Сэйди Эдлер. Мисс. Миссис. Я. Он. Да, он умер. Все. Я уже не мисс. Он был моим мужем. Ну, наверное, проявил это, как-то сказать так. Ушел в Home Defense строить, но... Типа, слишком дофига противников. Ну или просто им. Он не понравился. Кажется, Дач. Эй, слышите, Дач вернулся. Как успехи? Мика нашел ферму, но... Он был не первым. Напывали Кольму Дрискол и его прихвостни. Мы остались несколько из них. Но, похоже, трещит еще один отряд. Они готовят нападение на поезд. Спасибо. Только это нам сейчас не хватало, Дач. Ну ничего не попишешь. Мы нашли кое-какие припасы, одеяло, немного еды. Эту бедняжку, мисс Адлер. Мисс Тилли, мисс Карен, помогите ей согреться. Дайте выпить что-нибудь. Мисс Адлер, все будет хорошо. Вы в безопасности сейчас. Они сделали ее вдовой. Животные. Мне нужно передохнуть. Я уже не спал 3 дня. Ну иди поспи. Ваша комната там. Миссис Куши вас отведет. Мистер Морган, мы вас разместили здесь. Спасибо, мисс Гримшо. Мистер Белл, вы с ребятами будете спать вон там. А почему Артуру так придется спать рядом с Биллом Уильямсом? И кучкой черномазок. Ложись спать. Ячейка-то сохранение уже содержит файл на восток. Перезаписать? Да, будем перезаписывать, что нам. Переходит с мыслями о прошлом. Мы уже несколько дней не видели. Будет все никак не утихнет. Он сильный и умный. Strong, сильный, это да. Hello, Arthur. Здравствуй, Артур. Abigail. Abigail. Arthur. Артур, как дела? How you doing?
Just fine, Abigail. Неплохо, Абигейл. А ты? You? Ты? I need you to... Я хочу тебя попросить. I'm sorry to ask, but... It's little John. Он опять попал в передрягу. He ain't been seen in two... Вы не видели уже два дня. Two days. Your John will be fine. Ничего с твоим Джоном не случится. I mean... Ну, то есть... He may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron. Прямо как осел. But that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Let's go take a look. Хотя просто поищи его. Javier, да? Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Надежда. Now? Сейчас? She's... Она, мы все... Переживаем за них. We're pretty worried about him. I know. Я знаю, будь он на твоем месте. На моем месте. He'd look for me. Он пошел бы за мной. Thank you. Спасибо. This way. Сюда, Джон, направляйся вверх по течению. John was headed up the river. Джон направлялся вверх по течению. Вполне может быть. He kept riding north and never looked back. И ускакал. Он бы не сбежал. Он нас раз. Это уже не первый раз. То есть что, он уже до этого предавал, типа? Пытался сбежать или что? Или струсил там в какой-то момент во время перестрелки. Сбежал. Наверное, так. Наверное, они уже давно там бодятся со стажем. Эй, вижу дым. Идем, посмотрим, что там. Надеюсь, они парни его дискала. Судя по всему, кто-то оставил. Recently. Недавно. Recently. И... That way. Ну, сколько оно? Ну ладно, тогда вперед. Ну, давай вперед. There's some tracks leading to the river. Ну давай, Хавьер, веди Сусанин, как говорится. Let's cross. See, they continue up that way. Видишь, следы продолжаются. Ну, как тебе сказать? Не, ну какие-то чуть-чуть видны там, ладно. Почти заметенные. Ну это так, если присматриваться. Послушай, ты там был, Хавьер, что на самом деле случилось? Забрали деньги, и все было хорошо, потом вдруг они полезли отовсюду. Охотники за головами? Нет. Пинкертоны. Что там началось? Град пуль. Бывает, ну чё? Take it slow. Big ravine here. Я там чай, надеюсь, чё остался? Немножко остался. Dutch killed a girl in a bad way. Дач убил девчонку. Скверно вышло. Но иначе никак. Все равно. Это на него не похоже. Они тянутся дальше вдоль утёса. Следы смысла. Дэви пострелили, Мак и Джона тоже они ранили. Насчет Шона мы даже не знаем. Я вообще удивляюсь, что нам удалось уйти. К тому времени, когда вы подоспели, мы держались, там что-то там не успел прочитать. Да уж, скверное дело. Опять что-то снег повалил. Если не поспешим, следы заметет. Ну что, так давай поспешим. Все нормально будет. Хотя как-то тут, блин, следы, по-моему, уже замело, я бы сказал бы. Осторожно, тут тропа сужается. Ну давай, короче, в рядок. Давай, давай. Лошади устали. Что ж, тут много свежего воздуха. Снега. Я не уверен насчет этого, Хавьер. Мы не можем идти отсюда. Поднажмем, может, кнопку пойдем на след. Еще немного. Ну давай. Эй, смотри, вон там, видишь?
Опа. Лошадь. Слушай, ну выглядит так, как будто бы она прям... Эй, помогите сюда. Эта лошадь здесь уже не первый день. Эй, я здесь. Он идет оттуда. Кто-то спереди. Окей. Не забудь взять так боевик. Удерживайте там. Ну как, боевик, это так, по-моему, save it off. Обрез. It's slippery, be careful. Mm-hmm. Ну да, тут можно так улететь, причем улететь не туда, куда хочешь, а туда прям вниз. Слушай, это прям гога-гога. Достаточно высоко тут. Давай. Осторожно, тут обрыв. Да, вижу. Эй, трай тупая attention. Пригнись. Тихо. Я почему-то все время хочу на C пригнуться, а не на этот, не на Ctrl. Все, давай, выпрямляйся. Что за звук такой? Знаешь, тебе такой, типа, что-то блестит, я не знаю. Сюда, наверх. И это как GTA 5 была какая-то, тут может запрятанная поставка. Come on, пошли. We're coming, John! Ну, кстати, это можно заряд, так Джон далеко. Я как понимаю, ладно. Я на самом деле знаю, что произошло, я просто не хочу спойлерить. Потому что это главный первый я прошел все вчера. Проверить, знаете, как это, как комп новый, там сборочка. Новый видюхой. I know. Here. На, хребника. Согрейся изнутри. Let's keep moving then. Ну что, да. Холодно не жарко, как говорится. Я здесь! На уступе! Идем! Я поможем. Вы меня слышите? Хорошо, угомонись, Марстон. Он здесь, внизу. Ничего себе, царапина. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Рад тебя видеть, Артур Морган. За что не подумал, что я это скажу. You don't look so good. Видишь, ты не очень. Я чувствую себя не очень. Я замерзаю. Погоди умирать, комбой. Come on, compadre. Лужи, компадре. Well, we can't go back the way we came. Ну, вернемся тем же путем. Мы уже не можем. Выглядит себя, конечно, жалкий. Тут уже не поспоришь. Я же говорил Датчу, тебе этой работы не годишься. Ты в порядке?
Пошли, будем надеяться. Увидим, куда надо. Опа, опа. Look up there. Пушистые. Perfect. Ну что, пошмалять. Вот я все-таки животные. По идее, должны испугаться. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. Как там, блин, оружие переключить? Если честно, когда я играл, блин, тупик не зашел. Он, походу, его оставил там в лошади. Ну что, волки позорные. Как ты волчага подобный? Помочь? Нормально так. Давай-ка контрольная точка. Что за дела, блин? Да. You head for the horses. I'll keep John's friends off until you're clear. Okay. Да, ну вот Валю, а? Волки позорные. А так нравится? Где еще один, блядь? Вот он. Ну так вот надо было сразу. Да все, там его. То есть никогда не ходите лошади сзади, так. А, вот моя лошадь, точно. Перепутал их. Ну что, погнали? Пока не дали. Сядьте за Хавьера. Ну давай. Нужно усесть, пока не набежали другие. Что-то мне нехорошо. Выживешь. Надеюсь, только что у них бешенства не было, типа волков, а так и выживешь. Я сейчас умер. Ну, сумму артерию, наверное, такую задело. Он такой скользил. Рада тебе. Хотя так только мордашку поцарапало. Ну, может там еще. За руку схватили. Горохом, блядь, стреляет, походу. Какие-то пули с горохом, а какие-то, блядь, с свинцом. Кажется, нет, блядь. Ты куда поскакал, дурень? Давай. Нашли, где укрыться. Спасибо, что отыскали меня. Ну, разумеется, сначала схватил пулю в Блэквотере, теперь это. Крепость и досталась. А кто еще говорит, что я ведущий? Ну, ты это. От нас удача отвернулся сейчас. Все, волки позорные отстали от нас. А ты бы немного проехать по воде, чтобы запаха не осталось. К чему приводить к нашему лагерю? Знаешь, там бы придумали твоего шраму историю повнушительнее. Вместе голода, холода, попотели, да, еще два. И уходить в лучшую пасть. Давайте перебьемся на левый берег. Да, вперед, ребята, поднажмите. Видишь, вот те дома впереди, Джон. Там мы разбили лагерь, осталось всего ничего. Давайте, помогите кто-нибудь. Джон слез с лошади. А кто-нибудь поможет? А кто-нибудь вообще слышит, блин?
Can we get some help? We need some help here. Помогите кто-нибудь. Господи, ты жив. Осторожно. Аккуратнее с ногой. Дайте мне согреться. Спасибо. Спасибо вам обоим. Даже для тебя это было слишком. Спасибо, Артур. Может, какую-нибудь сильную башню надо спасти? Ничего не хватит. Мы с Датчем уже обсудили. Как мы будем упутываться? Только я сказал Гарри Штраусу, когда пуля стихнет, наверное, нужно будет справиться дальше на восток. Это уже цивилизация. Я знаю. Запад найдет еще больше проблем. Идите, Гарри Штраус. Надо согреться. Спасибо, мистер Борден. Ну так вот. Бывает в жизни. Последние недели мы только и делаем, что выживаем. Мы нашли укрытие. И теперь перевозим группу из заброшенного в шахтерском поселке, ожидая оттепели. Ну, короче, походу, что шахтеры летом приезжают, купают. И только весны я ожидал. Короче, это как приезжее место, по сути. Только летний дом, я не знаю. Обыскать ящик. Будет стихнет, мы отправимся в путь. Ну, все на печенье. Еще там какая-то бутылочка чего-то крепче. А на этом, я думаю, мы запись закончим. Спасибо вам за просмотр. Лайки, комментарии, ваше мнение оставляйте. Это очень важно. Это поддерживает канал мой. Я с вами был Зазепа. Всем пока.